Ученые назвали продукты, которые повышают риск бесплодия. Бесплодие может возникать из-за различных факторов, таких как генетика, окружающая среда и состояние здоровья. Однако недавно ученые выяснили, что определенные продукты могут вызвать бесплодие как у мужчин, так и у женщин. Помешать завести детей могут многие факторы, в том числе продукты, которые вы едите каждый день. Вот чего нужно избегать, если вы планируете заводить детей. Красное и переработанное мясо. Научные исследования показывают, что из-за употребления говядины, колбасы, хот-догов может возникнуть бесплодие. Связано это с тем, что в состав переработанного и красного мяса входит множество жиров, вызывающих нарушение работы половых органов. Молочные продукты. На репродуктивную систему негативно влияют жирные молочные продукты. Известно также, что от молока и сыра снижается качество спермы. Напитки с сахаром. При употреблении не менее 7 таких напитков в неделю уровень фертильности женщин и мужчин сильно снижается. Также исследования показали, что при частом употреблении сладких напитков общее количество оплодотворенных и зрелых яйцеклеток уменьшается. Выпечка. Согласно медицинским исследованиям, у женщин, которые любят выпечку с углеводами, на 73% выше вероятность бесплодия и овуляции. Это торты и пирожные, особенно опасна выпечка с маргарином или жареная.